Давай, давай, девочка. Объясни ему, что ты уже готова, ладно, без шоколада и шампанского. Но гнездо-то должно быть идеальное. Вот видно, поверхность воды подернулась пленкой. То есть вот эта пленка на самом деле и помогает в строительстве гнезда. Пластики. Вот, вот он приглашал. Движение метило самку, он опять приглашает, но она еще не готова, очевидно. Вот, да, гнездо не готово, дама ответственная у нас, серьезная, поэтому требует, чтобы строительство гнезда продолжалось. Хоть и говорят, что вроде рыбы все это не понимают и так далее, но вот на данном примере мы видим, что хозяйка не хочет заводить потомство в коммуналке. Вот как только самка будет готова и согласна, она сама прямо подойдет и даст самцу обнять ее своим телом. А пока вот мы видим ухаживание, поглаживание, приглашение –